Как известно, веб.рф раньше назывался Внешэкономбанком, каковым он и был по сути. Именно этому Госбанку власти поручили аккумулировать накопительную часть пенсий, которую россияне начали в добровольно-принудительном порядке отчислять из своих зарплат еще в далеком 2002 году. По той схеме взносы в 6% платили практически за всех работников, начиная от 1953 года рождения. За пару лет в ВЭБе были собраны пенсионных накоплений на несколько миллиардов долларов. По курсу тех лет, конечно. Потом произошло нечто, после чего государство резко изменило сферу пенсионных накоплений, в частности, допустив в нее частников и снизив ставку взносов до 4% от зарплаты. А возрастной ценз застрахованных снизили до родившихся в 1967 году и младше. Именно тогда также начались первые разговоры о том, что эксперимент с накопительной частью оказался не очень эффективен и прочее. В этот же период окончательно и бесповоротно страна рассчиталась с долгами так называемому Парижскому клубу кредиторов. Независимые эксперты полагают, что долги парижанам были выплачены как раз ВЭБом и как раз из тех денег, которые скрупулезно собирала в виде накопительной части своей будущей пенсии вся страна. Вроде как накопительная часть в старом его варианте и была придумана, чтобы государство смогло накопить деньги для выплаты долга, висящего тяжкими гирями на бюджете государства на фоне все ухудшающихся отношений с Западом. Именно после этого платежа, считают эксперты, президент России Владимир Путин и заявил, что, дескать, мы выплатили 17 миллиардов долларов, а страна этого даже не заметила. А не заметила, выходит, потому, что была уверена, что пенсионные денежки спокойно себе копятся в надежном государственном банке. После этого, считают эксперты, и возникла необходимость в новых реформах в пенсионной сфере, которые в итоге вылились в повышение пенсионного возраста. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии под этим видео. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе последних событий. До скорых встреч!